Всем привет, я в магазине Светофор, город Орск, на Пацаева. Давайте смотреть ассортименты и новинки. Нам привезли набор плечиков из 10 штук. Размер 48-54. Можно выбирать здесь. А вернее, они идут так, 48-50. Видимо, побольше, поменьше. Сейчас посмотрим. Вот 50-й написано, вот. Вот 50. Так, давайте еще посмотрим. 54 54 50. Ну, наверное, и 48 тоже есть. 174 30. Блюдо сервировочное, 32 сантиметра, 220 рублей. Также миска. Одно время они у нас, их все разобрали, а теперь опять появились. 5,5 литра, нержавеющая сталь, 0,3 миллиметра металл, 314 рублей. Этот стеклянный прозрачный чайник. Чайник 1,8 литра, 745 рублей. Чайник 1,8 литра, 745 рублей. Кастрюля с крышкой, большая. Так, объем 5 литров, 1466. Кастрюля с крышкой, объем 5,7 литров, толщина 0,4 металла, 900 рублей. Кружки «Сказка» еще есть в наличии, 81 рубль, 300 миллилитров, стекло. Сковорода «Вок». Литой алюминий с антипригарным покрытием, 28 сантиметров. Смотрите, какая глубокая. Подобрать к ней крышку — и вообще отличная сковорода. И даже жаровня не нужна. Ценника нет на нее. А вот еще одна сковорода. Это уже диаметр 26 сантиметров. С антипригарным покрытием. И ручкой. А это сотейник литой, в ассортименте сковорода 26 сантиметров диаметр, 852 рубля. А жезлонг складной из массива березы, максимальная нагрузка 120 килограмм, 1546 рублей. Ух ты, тяжелый. Мечи. Набор, на мечи тоже ценника нет. Ну, где-то рублей 200. Наверное, стоит 250. Вентиляторы. Вентилятор напольный. Так. 1400 стоит такой вентилятор. Сколько у нас уже киселя появилось. Кисель быстро растворимый в ассортименте. 30 грамм, 24 штуки. 124 рубля. Еще кисель. Плодово-ягодный, клубничный, быстрорастворимый тоже. 74 рубля, 500 грамм. И этот мой самый любимый, этот варить надо, этот не быстрорастворимый, 200 грамм, 25 рублей. И вкусы разные. Здесь малина есть, клубника. Давайте посмотрим конфеты. Конфеты «Тузик». Сахаристые кондитерские изделия. Тузик. 175 рублей, 500 грамм. Даже собачка нарисована. Сколько новых конфет. Это конфеты 7 колосьев. Вавилон. 177 рублей, 500 грамм. С капушками. В предыдущем видео я снимала, там тоже разные конфеты. Там и коровка польская была, и какие-то с клюквой конфетки. Кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Трепет. Конфеты «Трепет». 500 грамм, 139 рублей. Мягкая карамель, арахис и воздушный рис. А это конфеты «Курага» в глазури. А были еще, по-моему, эти сливы, чернослив в глазури.
И только ценника нет. А вот он и чернослив. Чернослив в глазури. Я говорю, конфеты есть, ценника нет. Грильяж в шоколаде волжский. 153 рубля 500 грамм. Ну и эти конфеты мини-ух. Глазированные со сбитыми корпусами. Как это? Глазированные со сбитыми. Глазированные со сбивными корпусами. Странно. 160 рублей 500 грамм. Холодильник. Мясо, я так понимаю, осталась только одна нога, 192 рубля. Грибы, шампиньоны 208 рублей, но уже не совсем свежие. Набор для бульона индейки 104 рубля, а печень свиная 90. Шея индейки 164, а сердце свиное 181 рубль. Сыры голландские 363, князь мещерский 424. Король Эдман 430, снежная королева с ароматом пломбира 480 и фермерский 392. Пирожные Сникерс 500 грамм 160 рублей, а пирожное медовое 155. Сосиски говяжьи, натуральная оболочка, производство Лидер, 298 рублей, категория А. А это что за колбаска? Колбаса купеческая с говядиной. Смотрите, как хорошо в разрезе выглядит. Кусочек так стоит 444 рубля за килограмм, а этот кусочек на 220 где-то вытягивает. Ну и крылышки 353, куриные, острые. И еще сосиски, тоже Лидер. Сосиски орские. Ну что-то ценника нет на них. Колбаса московская 339 рублей. Батончик на 241 рубль. И вишневый дым, сосиски молочные 164 рубля. Какие спортивные штанишки. Смотрите, какие неплохие. Снизу резиночка черного цвета и синего. Джоггеры спортивные, мужские и женские. Размеры 46-56, футер 515 рублей. Вот представьте, такие штанишки 515 рублей. Размеры есть. И они такие не толстые. Вот сейчас самое то ходить. Еще у нас появилась новинка. Появились в продаже трусы женские. Были только мужские, теперь женские. Так, 95% хлопок, 5 эластан. Размер 48-54, 112-50. Вот 112 рублей такие трусики. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.